что все, город не убирается вообще, зарос грязью, и подземные переходы, подземные переходы, вот, в таком состоянии, что просто невозможно там пройти, не то, что там, допустим, кому-то с ребенком проехать там и так далее. Зимой не посыпают, не песком с солью, вот постоянно было всегда и при советской власти, и при этой даже. Вот в этом году вообще не посыпали нигде, я вот специально обращал внимание, это зиму. Я вот ребро сломал, даже поскользнулся, упал. Кому претензии? Только снег сошел, субботника еще не было городского. Я надеюсь, что будет все хорошо. Ну как, я не знаю, ну как бороться? Ну как бороться с этим мусором? Мусор просто-напросто убирать вовремя и все. Вовремя надо убирать. Я даже не знаю. Наверное, выделять, может, рабочих мест больше, чтобы убирали. Чтобы не мусорили. Мэрию надо по заднице бить. Да и на субботнике людей просто как-то уговорить, чтобы вышли. Для себя же делать будут. Ой, бардак из бардаков. Это вообще. Что зимою был вообще ни дорожек, ничего ж не было. Вот эта вот дорожка, она ж раньше убирались, и тракторишки проходили. А сейчас что, ребенок протопчется с мамой, кто в садик идет, кто в школу. Эти все и дорожки оставались. Ну, чуть-чуть штат поднял бы вот этот наш, как говорится, междудворьем, чтобы убирать. Штат, может, развил бы даже в домоуправлениях чуть-чуть. Ну, надо же с этим как-то бороться. Раньше вы находили время, боролись, а сейчас нету. Значит, угнали этот штат куда-то или сократили? Ну, в городе чисто, я имею в виду, вот здесь в городе. А вот по окраинам очень грязно у нас, очень. А вот в вашем дворе, где вы живете, у вас как? У нас чисто. Я живу в кооперативном доме, очень чисто. Я не сказал, ну, сейчас с весны, конечно, да, а так летом убирается хорошо. Плохо мы все живем и плохо ко всему относимся. Я уже устала жить. Порядку ни в больнице нет, нигде. На 8 тысяч пенсию проживешь и 6 тысяч за квартиру одна живу. Очень плохо. Скорее бы один конец был. Ну, вы знаете, в принципе, у нас во дворе, вот я вот напротив дома живу, вот первый вот спортивный мир. Вот, здесь очень хорошо там все. Ну, в плане мусора, в данном месте, где мы находимся, здесь чисто, убрано. А во дворах вы бывали? Во дворах нет. У себя в Губке не скажу, что у нас везде все убирается, все чисто. Обстановка в городе, в принципе, неплохая. Каждый день замечаю, как работники трудятся, убирают наш город. В принципе, я это замечаю, и я доволен. Ну, мусора мало. Службу убирают хорошо, а вот граждане у нас очень несознательные. Если сам не будешь мусорить, соответственно, меньше нужно убирать. У нас во дворе убирают очень хорошо, в нашем дворе, а в остальных, в других, так я не знаю. Чисто в городе. То есть, ну, нет такого, как, допустим, в других городах, то есть, дворники, как бы, ну, не справляются со своей работой, то есть, как бы, в парках валяются бутылки, окурки от сигарет, то есть, в нашем городе, как бы, все нормально, допустим, убирают. Именно вообще, общее, да, состояние города, ну, 50 на 50, я бы сказала. Например, взять наш двор, у нас грязно постоянно, в соседнем дворе очень чисто всегда, всегда, ни одной бумажки, все покрашено, все замечательно. А в целом город, конечно, красивый, цветущий, но хотелось бы почище. В сравнении с другими городами очень у нас хорошо, потому что я бывал в разных городах буквально недавно. Это и на севере, там вообще ужасно, а у нас прилично. Ходить можно, по крайней мере, обувь чистая, пусть прогулок по улицам остается.